12. Уже рано? Рано. 61 килограмма в 1/4 финала победу на душе одержал Тамгин Цыренджапов, Республика Бурятия. На ковре А начинается второй круг весовой категории до 125 килограммов. Приглашаются Никита Горбунов, Воронежская область, Михаил Зинов, Кемеровская область. Thank you.
Челлендж проигран. На ковре Б весовой категории до 70 килограммов в 1/4 финала победу одержал Игорь Упхоев, Республика Бурятия.